Аслан. Мир дому всему. Все с миром. Проходите. Аслан приехал смог. Или он не хотел. Это кто? Ну, парень Аслан. Или Аслан. Он Аслан. Нет, такого у нас не было. Не было. Ну, так. Ты запускай, по сами общаюсь, там был один. А, Аслан. Это вот как раз мусульманин, которого мама не отпустила. Она посмотрела что-то, билеты уже, мне пришлось билеты сдавать. Вот он, да. Он очень трудяга такой, он все делает, он тут бы все так много чего отремонтировал. Он, у него... То есть он был четвертым как раз, да? Или нет, третьим? В прошлом году. А, в прошлом году? Да. А, в прошлом. Да, да, да. Вот это мы как раз, ну, как вы не поверили, мусульманское. Ну все, молитесь и за стол садитесь. Кепку. Тимофей, кепку снимай. Кепку снимаешь и ложишь вон туда, к всем остальным. Все, заходи, Тимофей, заходи. Хлеб наш насущный, дашь нам есть, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Благослови Господи. Нестор, иди присаживайтесь, вот уже накрыто хлебушек, ложечки, печенье, конфетки. Кто туда класть, кто тут. Вышел кто-то, а мы мало. Так, садитесь тут. Так. Рядышком, да? Так, посмотрите. Полина. Так, тетя Марина. Да. Тетя Марина. За, он знакомый. Да, так. Я Тимофей. Тимофей. Лёва. Лёва. Да, да. Это, значит, вы поняли, да? Вот сейчас вы еще не знаете, как, что здесь, что же. Поэтому вот показывайте, значит, вот так вот. Если половинку первого, да, вот так. Второго вот так, да. Третье так, да. Хлеб. Про хлеб показываю. Вот так. Понятно? Поэтому сейчас вы, может быть, если лучше возьмите поменьше, потом, если будет добавка, вы попросите у тети Марины. Понятно? Все. Просто долго еще? Слава Божию. Ешьте даже. Полина, у меня позови меня. Нет. Марина. Половинку. Всем половинку тогда. Чай полный? Первого половинку. Полина, тебя мама звала. Иди. Садитесь. Молитесь и... Тут уже слухи пошли, что мы перевернулись, вылетели куда-то, уже все уже. Это что, боевик что ли сочинил? Ты где там? Это что? Кто перевернулся? Ты что, боевик сочинять? Нет. Всего лишь машина сломалась, стала, все, да. Ничего не было. Дядя Володя выходит на связь. Да. У нас там полетело что-то, рассыпалось. Да. Да? Помпа, помпа. Да. Бегать не можем, вызываем на помощь подкрепление. Да. Подкрепление приехало и потянуло их на лямку. Божьей помощи все предоставили. Да, ясно, чтобы они... Ну, ладно. Да. Так, кусочек. Так, давай. Так, Полина. Так, в эту руку хлеб. Так, сидим прямо, не наклоняемся. Так. Суп остывший или горячий он? Ну, уже остывший, но еще горячий.
Смотрите, аккуратно, не обожгитесь. Вот, вот, вот так, да, вот так вот кусочек возьмем. Так. Вот так. Один палец это первое, два пальца это второе, три пальца это третье. Вот эти печенька. Да, четвертая ягодица. Четвертая ягодица. Я тут сейчас, если подаришь, на можно половинку это. Чеснок. Чеснок есть. Привыкли к чесноку. В прошлом, году чеснок. Ну да, еще и зелень дают. Но сейчас пока зелень, она в суп добавляет только. Еще отдельно зелень, и нафиг же делаю. Вот так, это компот. Так. Если забыла, скажите. Было. Не-не, он нормально ест. Нормально? Да-да-да. Ну, видно, что ему это тяжело. Ты показывал, как зачищал там все. Ты только это, Лёва, эту ложку ставь на это, на кусок прямо, когда почерпнешь, чтобы тебя не капало мимо. И все. Привыкните. Дело навыков. На чашке не склоняться, сидеть прямо. Так что всему научитесь. Благочестие. Рыжка. Рыжка, да, она что-то иначе на все ее испортила. Сидит. Она обычно скромная, а тут уже у нее из рук рыбу вырывает. Ну, то есть, ну, спасибо, Христос. Нельзя это. А это? Паля. Паля? Там в доме у нее. Угу. Сейчас только рыжая здесь охраняет. Кому чеснок? Все. Понял. Принести, попросил. Хорошо, кому кому еще не хватило. Ну, все, слава Богу. Хочешь чеснок? Есть еще. Аллилуйя. Положи, благослови, пусти дары твои святые и очисти их словом истины и молитвы. Нашим пищу во благо времени и отверждающая до руку твою, чтобы люди прославляли твое могущество. Ибо земля по твоему повелению производит все необходимое для человека. Господи, соделай, чтобы сердца наши приносили добрые плоды за тебя, умершего за наши грехи, искупившего от скверн мира. Поставь святую охрану от недобрых людей этого Максима образи. Дай ему страх твой божественный. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Садись за стол. Ну-ка я посмотрю, как кладется. Ну-ка подожди. Подожди, Мария. Давайте кладемся. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Поклон такой был, чтобы рука могла пол достать. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я после операции все еще мне позвоночник не дает. Но вы знаете, ноги вместе держат на молитве. Вот эти как. За столом, когда сидят у нас, вот столом не склоняются. Я вам покажу. Я показал, Игнатьевна, все уже. Вот этот кусочек так ели всегда. Особенно это вот тихий дон поставленный. Герас его поставил. Показывает они на поле. Да. Одна чашка. А сейчас я увидел, что из разных чашки едят. Наверное, когда стал учиться технику. Я не знал, у нас одна чашка, 10 детей. То есть сейчас ага, за стол. Телефон! Помилуй меня, конечно. Ну, пошло дело. Говори! Я там. Ну, сюда только за стол поборились. Опоздал. Надо было пораньше войти. Я скажу потом. Все. Так. Дети, задание. Надежде Васильевне пойти. Ягоды. Разрешается все только по три ягоды. Остальное на общий стол. Половинка первая. Да? Не знаю. И все здорово, конечно. Половинка первая. Так. Я прошу скорее покажите. Прося. За столом полное молчание. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный. Аминь. Грешного, слава Богу. Все покажется знаками, ничего. Ребята, молча все. Ой, любящая сестра, сейчас
два вот, вот эти вот пищевышки и вот изюм. Посчитать и разделить на поровну. По счету. Только сейчас получили из города. Как кто поедет в город, обязательно еще не пришлет. Любовь. Так, пошел Божий версия. Владимир Юрьевич, половинку. Дежурный, смотрите, кто что показывает. Куда ты несешь? Куда ты несешь? Может, сначала взрослым, а потом мальчиком? Маленькие показывали половинки все. Можешь включить все, пожалуйста. Где-то там на работе один вопрос, дома она нет. Маргарет Петровича, все знают, железная леди. Я спрашиваю, а какая у вас задача днем? Она говорит, первая задача у меня не парламент, а накормить мужа. Она жена, и она это знает. А здесь нет, я кормящая мать. Усыпилась это. Кормящая, закормилась. У нашей матери 12 детей было. 12. 10 живых только. И мы ни разу никогда не слышали этих слов. То есть, как учить детей? Ребенка учить. Он учится здесь. Нас никто не учил. Вот приезжает Сиськова, у нее 7 сыновей. У моей сестры 6 сыновей, одна дочь. А как вы детей учили? Она даже не знает, а кто их учил? Сами учатся. Они верят, как дети поступают, родители поступают. А сегодня она не знает, что делать. Совершенно не знает. Ты знаешь, о ком я говорю? И потом каждый день, с нуля, как это можно так? Сравнивая даже, которыми дети работают, не приходится. Очень-очень разное, очень. Один все время на подхвате видит, что делать. А другой все время стоит руки назад, лишний у меня тут. Парень такой был, что бы ни делали, он все время лишний. А зачем ты нужен? Я его отвожу дальше на дорожку, встань, отвернись туда, чтобы тебя не видно было. И стой целый день. Все время лишнее, а другой из рук буквально выхватывает. Ты посмотрел, как сегодня у меня работали они. Просто увлекла эту неподвижную. Ну, просто горит в руках все. А это стоит, все время телевизор смотрит. На улице она говорит, что это делает. А наконец расширил, стала прыгать, как казах. Баба-то я не узнаю, она приедет. Дай Бог. Ты, баба какая бы ни была, ты поверни. Где баба что-то хочет, а ты уже выскочила. Раз. Все. Я на квартире жил в городе. В городе. Дали 3 рубля мне доехать. И все, а как жить? Ты сам знаешь как. Добывай, а где тебе возьмет деньги тебе? Я сижу, хозяйка в ведра взяла, пошла, а я уроки учу, техникум. Я выскочил, ведра отобрал, побежал в колонке. А что, бывает, огурец засыпает, помидор там. У меня ничего нету. Я выглядываю все время, где еще заработать. Одному снег надо скинуть. Пойду на вокзал, люди выходят с чемоданами, кому чемодан поднести. А это, видишь, это развращает человека, полный достаток. Сегодня сейчас один ролик наш, здесь был скрытник, фамилия ее, девочка была Вика Виктория. И мать дала указание ехать домой, на 1,5 месяца раньше. Почему? Потому что мать думала, что ее допустят до крещения.
Сама у нас почти год раз, ее никто не допустит. Мы даже знаем, должны быть поручители. И она тогда что сказать? Живет это вот. И это все разговариваем. И женщина одна. Я сама работаю психологом при детях. Вам, наверное, фамилия Макаренко на меня. Ну, как вот с ребятишками ты занимался. В гражданскую после. Там, говорит, дипломированные, какие они приходят после. А дети с дефектами. И она ими занимается. А они специалисты такого высокого класса, говорит, а я после них управляю. Но я бы у вас поучилась. А у меня вообще никакого образования нет. Я просто приглядываюсь к жизни, к облакам, к деревьям. Я показываю, сколько примеров нам рыжая дает. Сиди, слушай. Вот скажи по-английски, по-немецки там она. How do you do? Туда, ну, зачем руки? Отвечай. Так. Звонок. Замолится Святой Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Едя пищу и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его, жива будут сердца их век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови за молитву Пречистой Матери и всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Боже, милости будь не грешен. Создал меня, Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. И освяти дары, посылаемые для нас словом истинной молитвы. Примягчи сердца враждующие против нас и Максима. Найди его, обрати, наставь. Тебе слава за все во веки веков. Аминь. 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 Садитесь. Я есть не хотел сегодня, но это не важно. Просто на переворачивай, где надо. Опять здесь. Ты вернулась здесь. Смотри, вот то, что здесь лежит, вот положи ножку, переверни здесь, она упадет туда, так и пыль вся. Вот здесь переверни. Никакого ума не надо совершенно. А теперь, чтобы она не прилипла, положи. И так, чтобы нигде за край стола ничего не выходило. Нож в руки не брать, пока дощечка не появится. Прием, ты сели за него. Я же не придумал ничего, не сама ли природа вообще. Подожди, я не буду. Я отвечу маленький. Здесь нам показывают половинку. По-быстрому наливайте, очень медленно наливайте. Не обратите. Быстро-быстро это делается. Я видел, как мужчина обслуживает. Представьте себе, заходит не 2 тысячи, а 760. Вот с такой скоростью. Раз. Все. А тут на каждый стол кастрюля, на стол не облокачивается, ловко убрать. Быстро. Замечайте, дети сидят. Быстро. Раз, первым делом дать голосу мужчину, потом детям. А потом женщину. Смотрите, как вы закрыли, да? Она ждет, сидит. Сейчас, смотри, показывает. Поделим на собой руки. Если половина, она так. Первая половина. Ешь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Аминь. Ягода это откуда у вас? Надежда Васильевна. Ну, понятно. Завтра утром, или как беду, еще привезут троих женщин. Рыбку кушать. Иди, пожалуйста. Рука сама переворачивает. Только подняла покрышку, рука будет переворачивать, а я нет. Вот так. Примечка
вторая натура. Гриви. Да не, где она мокна бежит. А куда голову деть? Отдали. А? В обед дали. Да? Да. Ну хорошо.